Всем ассаламу алейкум, друзья. Сегодня мы едем ставить машинку на учет. Полный бак заправил. Как вам? 968 запас хода. Ошалеть, ошалеть. 4000, почти 200 рублей. Проекция, ассаламу алейкум. Все работает, все четко. Единственное, вот это бесит меня. Это после обновления сказали. Но я думаю, скоро уйдет, потому что они сказали, сейчас чуть-чуть адаптируется и все нормально будет. Ну что, погнали ставить мою машину на учет, все документации готовы. Как буду в ГИБДД, включусь. Прочитал, он взял. Ну, в принципе, не так уж много народу. Так, страховка, диагностика и там дальше купли-продажи. СТС-ка. Даю. Все. Ждем очереди. Короче, здесь непонятно. Зачем записываться предварительно, если, блин, здесь и так стоишь в очереди. Вообще непонятно. Так, все, документы он дал, паспорт. Все. Сейчас едем куда? На осмотр. Отсюда 2 км находится этот осмотр. Чуть дальше. Все, на осмотр. Лазом кайр до осмотр? Нагорный, да. Чундиз мы? На Нагорный сейчас поедем, осмотр, чик-чик-чирик. Открутил? А, все, погнали на осмотр. Все, короче, снял номера. Питерские. Питерские сдаем и получаем новые. Точнее быть, СТС-ку только поменяю, а номер куплю в другом месте. Ну, братья, как думаете, какой номер? Вот так, давайте. У-8-8. А последнюю цифру, ну-ка, напишите в комментарии. Напишите, а я пока на машину поставлю и покажу вам еще раз. Ну-ка, раз, два, три. Бисмилля. Ну, 886 УАО, УАО, 550 ОАО, УАО. Как-то так, друзья. Всем огромное спасибо за поздравления. Номера получены. Все, едем теперь очную проверку проходить. Машину надо еще помыть туда-сюда. Короче, дел уйма на сегодня. Все, давайте на связи. Друзья, если вы ищете надежный парк, то я вам рекомендую Эксперт Парк. Почему? Да потому что они из крупнейших парков, которых я встречал и в которых я работаю. Знаете, на данный момент сколько у них заказов выполненных? 19 миллионов. Я сейчас вот сюда скриншот поставлю. Эксперт Парк – крупнейший партнер Яндекс доставки, такси, а также сотрудничает с Яндекс Едой. Если вы хотите работать легально и ищете надежный парк, то я вам рекомендую Эксперт Парк. Сниженная комиссия 40 рублей в сутки, моментальные выводы, 4 способа вывода, выбирай, который именно подойдет тебе. Бонус! Приведи друга, 1500 рублей в кармане. Поддержка работает у них круглосуточная, я сам лично проверял. Также есть возможность работать как физлицо с комиссией парка. 50 рублей в сутки, напоминаю, 50 рублей в сутки. Если не работаете, не снимают. Переходите на сайт Эксперт Парк, звоните, уточняйте. Так что все ссылки в описании, дерзайте. А мы что, погнали дальше работать? Очную проверку сейчас пройдем сразу, чтобы мне завтра можно было спокойненько работать. Машинку помыли, ну чуть-чуть протер, туда-сюда сделал, дело же уже не е. Вот, вот эта притертость, по камере не особо видно, но на глаза бросается. Вот это. Ладно, сейчас пройдем, включусь. Друзья, все, очную проверку прошли, едем домой. Ну как прошли, я прошел. Сейчас результат, мне кажется, пройдем, никаких там нареканий не было. Так. Проекция. Машина сама подруливает. Смотрите. Видно? Но кайф же. Еще ногу можно убрать, потому что работает активный круиз-контроль. Это у нас, ну, останавливается, естественно, если машина впереди едущая останавливается. Можно во время пробок просто включить и забыть про это. Ну, вот, просишь, чтобы руль подержать.
Все. Шикарно, шикарно. Во время пробок не будет никаких вставаний. Он ногу брал, вот впереди останавливается. Ну, то есть, видите, 55, скорость 55. И она сама будет набирать скорость. Как-то так. Сейчас пройдем проверки. Я возле дома. 886 АО У 550. Регион. Увидите на дорогах. Респектните по-братски. Это я буду на своей малышке. Официально она моя. Половина долги, половина своя. Вот. Поэтому нужно будет в скорейшем времени отдать эти долги. Поэтому людям пообещал. Будем работать, пахать, как говорится. Вот, сегодня поработаю чуть-чуть, до 11 часов. А потом уже с завтрашнего дня с утра. Так, это мой мусор. Сейчас, наверное, обзорчик не буду делать, потому что темно, практически ничего не видно. Поэтому извиняйте. Так, салончик так покажу. Цвет. Кожа, темная кожа шоколадного цвета, а у моего друга Дима светлая кожа. Ну, сиденья немножечко просиженные, так сказать, но не сильно. Вот у кожи состояние, ну, не то что шикарное, ну от времени, да, 19-й год, 3 600 000, это предел, колхоз, не знаю, как он. Так, вот сзади. Водичку, салфетку, все поставил. Зарядку. Бесключевой доступ. Раз. Ага, все открылось. Что-то неправильно было. Все. Пробег 100. Это сделаем. 113 тысяч. Люк, шмюк. Все, погнали работать. Потом, попозже сделаю обзорчик. Смотрите, когда вы приезжаете, так, очередь недоступна, надо получить пропуск. Пропуск получается сюда. Парковки с 8 до 8 работают. Успеваю еще 36 минут. Быстренько пойдем. Постучимся в дверь. Окна. Приветствую. Надо получить пропуск. Есть. Давай. Машина где? Да, сюда. Давай. Короче, клеить на лобовое, это понятное дело. Потом можно отклеить. Блин, номера нравятся. Номера красивые. Согласитесь. Была бы еще восьмерочка. Ладно. УАО. УАО. Нормально. Быстренько поклеим. Что-то там проверил. А можешь чуть ниже? А? Чуть ниже можешь, чтобы она работала всегда? А то бывает, надо протирать. Ну да. Пойдет? Да, пойдет. Да, она и так будет работать. Я думал, может, повыше. Все, понял. Перезаедь. Хорошо. Нужно перезаехать. Потом мы ее отклеим. Так, что, перезаедем. Так, без коэффициента площадь Европы в Москву. Поехали, да? А что на вторую парковку ехать? Ай, е-мое! Прям я... Я так снимаю, братан! Алик Умаров подъехал, подлетел же, есть? О, красавчик! Салам алейкум. Как ты? Нормально, братан? Ну, я тебя снимаю, ничего. Спасибо. Нет? Да. Ладно, лицо замажем. Ну-ка, посмотрим. Брат, боюсь огорчить, заказ пришел. Да? Нет, а мне. А что у нее? Все, как дела? Нормально? Потихоньку? Я имею в виду, можно снимать. Я не против тебя. Понял. Как дела? Нормально, потихонечку. Как нормально, посмотри, нормально? Зацени, да? А,
Но мне заказ пришел прямиком. Да, сейчас взял. Без. Площадь Европы, короче. Нормально, ну, да. Такая, понял? Ну, Лухари Лайн, туда-сюда. Ну, у тебя комплектация получше, получается, да? Ну, комплектация. У тебя какой год? 20-й. 20-й? У меня 19-й. А, да? Да, 19-й. Ну, у тебя вещи электронные эти. Да, приборка электронная, да. Я тебя найду, с собой уведу. Солнце среди скал, что ты мой идеал. Я тебя найду, с собой уведу. Солнце среди скал, ты мой идеал. Я тебя найду, с собой уведу. Солнце среди скал, что ты мой идеал. Я тебя найду, с собой уведу. Солнце среди скал, ты мой идеал. Не, ну кайф, память сиденья, однёрку нажал, она сама выдвинулась. Ну, это же не ли счастье. Вот так, 2500. Зин-зин. Так, где заказы? Я в центре. Заказов нету? Ну что, 19 минут, 1050. Центр так? Пелена. А где 1.7 горит? В центре. Сейчас посижу. Чё к чему. Комиссию снял. Ну, 2000, да? 2500 примерно. Не, ну М5, конечно, крутая. Просто пушечная. УВО. М5 Competition. Пар-пар-пар-пар делает. Ну, наш нет, наш зато долго едет. Дальнюю дорогу дольше едет, точнее. Так, заказ получил по кнопке «Домой». Коэффициент 1.22, Зеленоград. Ю-у-у! Нормально. Домой закинуть, час ехать, 45 км. И оттуда уже домой. И утром выскакиваем. Утром где-то часов... О, пар-пар-пар делает. Уф, звук, конечно, красота просто. Утром где-то 4-5 часов утра буду выезжать. Девушки, респект. 56 минут. 3.344. Пушка. Едем домой. 20 минут. И на этом все. Утром будем выскакивать. Как-то так. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Всем спасибо за поздравления еще раз. При предыдущем ролике очень многие поддержали, написали от души вот поздравления, да. Спасибо. Да, альхамдулиллях, чтобы все достигали поставленные цели, задачи, да, мечты, как мечты те, которые они хотят, чтобы у них сбывались. Вот. У меня что? Во сколько вышел? Посчитайте, пожалуйста. Так. Комиссию снял. Комиссию снял. С комиссии 5600. 5600 за 4 часа, что ли? 3-4 часа примерно. Нормально. Аренда, бензин, ну так условно, да? Аренда, бензин, ну расходы есть, все четко. Едем домой теперь и утром выскакиваем. Первый день нормальный, шикардосный. Ну последний заказ вытащил, конечно же. Так. Парктроники есть, это очень хорошо. Так, все, друзья, прощаюсь я с вами.
скоро вернусь. Подписываемся на канал, жмякаем лойса, как всегда. Поддержку, про поддержку не забываем. Так что все. Всем удачи, всем пока.